Скорая помощь едет. Но не переживайте, все здоровы. Хотя нет. Качели на детской площадке у 49-го дома по улице Школьной приболели. Срочно требуется поменять оплетку. Сегодня у сотрудников бригады скорой помощи хлопотный день. Придется побывать на детских игровых площадках в разных точках Ленинского округа. Здесь на Школьной работы немного. Старую оплетку срезать и установить новую. Заодно посмотреть, не требуется ли какого-то еще ремонта. Сергей Мельников внимательно обходит территорию, не просто осматривая, а проверяя руками каждую горку, лесенку, качели. Площадка отработана, автомобиль скорой помощи движется дальше. Расторгуева, улица Пионерская. Здесь более масштабные работы. Сломанная карусель была демонтирована, перевезена для устранения неполадок в мастерскую предприятия и вот вновь возвращена на место. Перепрессовали подшипники у нас на базе, поменяли болты все, ну все, что было аварийным, все это исправили и вот привезли обратно устанавливать. Рядом специалисты ремонтируют качели. Работа та же, что и на предыдущем адресе – замена оплетки. Процесс довольно интересный. Цепной подвес освобождается от старой оплетки. Новая сначала выглядит просто как резиновая лента-трубка, надевается, а после с помощью газовой горелки закрепляется. Машину нам выделил ГУСТ. Приобрели нам для нашей организации, для нашей службы новый автомобиль «Газель», который предназначен для ремонта дипов. Это детские спортивные площадки. Скорая помощь – это быстро? Это быстро, да. Быстро у вас это происходит? Ну, бывает по-всякому. Задач очень много. Мы уже планируем, например, каждый день у нас бывает по 20 площадок проехать, посмотреть то, что надо сделать, что заменить. Большинство у нас сейчас проблемы с каруселями. На некоторых площадках их нет, потому что демонтировали. Сейчас начинаем устанавливать. Подшипники закупаем и устанавливаем полностью карусели обратно. В муниципалитете порядка 200 детских и спортивных площадок. Работы у необычной бригады скорой помощи немало. Главная задача – все дворовые объекты для игр и спорта должны быть безопасными. Еще пару минут, и карусель будет на месте. Уверена, местным ребятишкам очень понравится. Сами вы покатались, да, Сереж? Да выросли уже. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.